Очистить помещение или семейство Плюшкиных – история с продолжением. В Перми мать и сын долгие годы заваливали свою квартиру на улице Пушкарская мусором. Соседи много раз обращались во все инстанции, СМИ, а чиновники в суд с требованием выселить эту семью из помещения, которое было предоставлено им по договору социального найма. Но не хватало доказательств, которые бы стали основанием для выселения. Наконец, проблема начала решаться, сообщает паблик «Пермь активная». Чтобы зафиксировать все нарушения, необходимо было попасть в квартиру и составить акт обследования. Но недобросовестные жильцы отказывались пускать посторонних. Приставы через суд добились разрешения на вскрытие дверей. После этого представители муниципального учреждения попали внутрь. Сотрудники администрации вручили недобросовестным жильцам предписание об устранении всех выявленных недочетов. Напомним, телевизионная служба новостей рассказывала об этом семействе еще 5 лет назад. Пенсионерка и ее сын нарушали все возможные санитарные нормы. И нынешняя попытка их выселения уже не первая. Я уберу все с ума, дайте время. Иди-ка отсюда, иди. Нельзя что не убрать. Семейство накопило и огромные коммунальные долги, и горы мусора. По словам соседей, мать и сын буквально карабкались на вершину хлама и спали под потолком. Так их и застали тогда приставы-исполнители. Стали вскрывать. И думали, что там никого нет, а они там. И она вот оттуда, вот с этого мусора, вот вдруг она появилась и так же скатилась. Видите, как хорошо. Из-за подобного соседства местные жители вынуждены терпеть в подъезде зловоние, полчища тараканов и крыс. Этот кошмар, по словам людей, длится уже лет 15. Плюшкины превратили свою однушку в гигантский мусорный бак. Она вот сама такой образ жизни ведет. И сына с толку сбила. Парень может и работать, и все может. Но вот видите, что творится. Его, он же молодой, ему еще сколько жить, и он ходит вместе с ней, они прямо в бочки мусора слезают. Теперь, как сообщает Пермь активная, если в течение месяца Плюшкины не приведут квартиру в порядок, суд будет решать вопрос об их выселении. Юлия Алеева, Елена Иговцева, телевизионная служба новостей.